Ребята, всем привет! Посмотрела я «Холостяк 9», выпуск 3, и хочу с вами поболтать об этом. Там, кстати, ушла та девушка, которую избивали. Вот, у нее там татуировки на руке. Напишите, как вы относитесь к татуировкам. Мне кажется, такое что-то не очень, ну, мне не нравится. Вот, а там было свидание с девушкой, которая работает стюардессой. Кстати, напишите, кто хотел бы работать стюардессой. На мой взгляд, это достаточно опасная работа. Зачем подвергать себя к опасности, естественно. Вот. И эта девушка рассказывала о своих прошлых отношениях, которые закончились полгода назад с слезами на глазах. То есть это показывает то, что эти отношения лично в ее голове еще не закончились. То есть она будет эти все отношения переваривать, думать о них, анализировать и терроризировать этим всем нового своего партнера. Поэтому, по сути, она не готова к новым отношениям. Поэтому, ребята, если вы хотите какие-то новые отношения, вам нужно закончить старые полностью. Не просто перестать общаться с кем-то, а именно закончить эти отношения в своей голове. Это все-таки важно. Что потом еще было? Потом девушки рассказывали о себе, которые вот в доме находились, и выбрали трех девушек. Они отправились на свидание в ночной клуб. Одна девушка вышла на сцену, вторая танцевала с холостяком, а третья просто очень долго с ним целовалась. Ну, понятно, конечно, что девушкам сложно бороться с ревностью. Вот, но как бы что поделаешь, такие условия проекта. И, в принципе, они могут вести себя непредсказуемо, поэтому да. Напишите, смогли бы вы такое терпеть в условиях проекта. Потом было свидание девушка, холостяк и друзья для того, чтобы посмотреть на то, как девушка реагирует на все вот это вот происходящее. Вот. И, собственно, все. Ребята, напишите, что вы думаете по этому поводу, кто вам больше всего нравится из претенденток на сердце холостяка. Как вы думаете, кто выиграет? Ставьте пальчики вверх под видео, пишите обязательно свое мнение по всем этим вопросам. Ну все, всем пока-пока, обязательно подписывайтесь.